Мешает реклама? Жми на крестик в верхнем правом углу. Меня зовут Ольга Александровна Жданович, мы живем в Беларуси. Начала бизнес еще в статусе молодой мамочки, сыну не было годика. Прошел год, супруг уволился с завода. Наши результаты по автомобилю. По автомобилю Citroën Xantia, городской цикл 17, за городом 23. Процент. Прошел год. За октябрь месяц доход 8 тысяч долларов. Супруг уволился с завода. Наша жизнь поменялась. Счастье. Да. Геннадий Бернашкин. Статус фактически год. Бобруйск. Полковник запаса. В бизнесе 5 месяцев. За это время заработал более 5 тысяч. В машине экономия 25% по городу. Доволен обалденно. Ребята, только вперед. Мечта должна сбываться. По полковнику запаса. Доход мой составляет в этом месяце 4000 долларов в месяц. Расход топлива составляет на машину 40%. Всем успехов, всем желаю. Меня зовут Роман Лаевский, я из Казани, мне 25 лет. Полтора года назад я начал этот бизнес, заработал за это время более чем треть миллиона долларов. И результат на автомобиле 20% экономии плюс 10% на том, что перешел на 92-й бензин. Этот бизнес изменил всю мою жизнь. На протяжении полугода я получаю уже более чем 1000 долларов ежедневно. Меня зовут Егор Павел, я из Минска. Попал в бизнес благодаря тому, что были проблемы с машиной, сейчас проблем нет. Экономия в городе где-то 25%, за городом 30-35%, плюс-плюс перешел на 92-й бензин. В бизнесе где-то больше 15 тысяч долларов заработал. И, в общем, все только начинается, понимаешь, да? Спасибо. Здравствуйте, Дмитрий Белобородько, из города Ровно, Украина. Я офицер в отставке, занимался и в такси, и разным родом бизнесом. Ну, вот этот человек, Олег Григорьевич, большое вам спасибо. Рассказал об этой теме. Не было на тот момент машины, но я увидел, что большие результаты. Через 2 месяца я купил себе машину, 20% в мире, 20% экономии. Вот. Сейчас ежедневно чуть больше 100 долларов зарабатываю. Стабильно, больше 100 долларов. Очень доволен, очень доволен. Я многодетная мама, моим детям было всего год, когда мы начали этот бизнес вместе с моим мужем, он тоже в зале. И вот оказалось, что спустя год, уже год в этом бизнесе, мой доход сегодня превышает иногда в день больше, чем 700 долларов. И вы знаете, что самое интересное? У всех моих друзей продукт работает. На нашем автомобиле почти 50% экономии. В этом бизнесе 6 месяцев, в статусе платина, зарабатываю примерно 1000 долларов в неделю. Честно говоря, очень доволен, бизнес просто бомба. Пришел сюда, я из клиента, потому что пользовался продуктом с апреля прошлого года. И когда мой бизнес сдал сбой, и мой друг меня пригласил в бизнес, потому что я и знал, что все отлично работает. Я езжу на Nissan Maxima 3-литровая, у меня экономия 30%, машина просто летит и не дымит. Я очень доволен. Спасибо. Сергей Сергеев, город Житомир, по специальности инженер автоматизации, более 10 лет работал на Золотых Рудниках в Чукотке, в бизнесе с компанией Wise с марта 2015 года. Результата по машине своего собственного не имею, потому что нет машины, но тем не менее не мешает мне зарабатывать деньги. Общий доход составляет в районе 9 тысяч, с октября, с начала ноября месяца 2200 долларов. Мещерякова Анна, город Москва. Но сегодня я под казахскими знаменами, потому что я работаю в Казахстане. Привет, Казахстан! В бизнесе 9 месяцев, ежемесячный доход в среднем 4000 долларов. И
Я влюблена в этот бизнес. Я не имею своей машины, но у моих друзей масса результатов. ВАЗ 2107 40%. И выше 45, 50%. Результатов огромное количество. Поэтому, ребята, всем вам спасибо. Лариса Гудиева, платина в этом бизнесе, год и два месяца. Porsche Cayenne, экономия 42%, 9,4 живет. После 23,9. Ну, до штуки баксов в день. Спасибо. Добрый день, меня зовут Николай Кутыл, я из Дмитровска, являюсь платиновым дистрибьютором компании FFI, уже год, и там пару недель. У меня автомобиль Pajero Sport Turbo Diesel, 2007 года выпуска, и расход был 13,5 литров. Я вышел, самый лучший мой результат был 10 литров. Я был... Значит, вышел на доход где-то от 500 до 1000 долларов ежедневно, это уже стабильно, больше, уже 500, 600, 700, 800, где-то уже пошел. Спасибо. Люда за нее гарант. Детская, город Хмельницкий, Западная Украина, не автомобилист, 11 месяц работаю продуктивно, приводит, слушаю Олега Григорьевича регулярно, каждый день смотрю тренинги, и это приводит к тому, что за последние два месяца мой доход стал больше, чем 3,5 тысячи. За два месяца? За последние два месяца подряд, чему очень сильно рада. Спасибо. Добрый день, меня зовут Валерий Чевалек, я с Украины, город Николаев. В октябре прошлого года я попробовал продукт, и с этого все началось. Экономия. За год я вышел на автомобиле жены порядка 27%, и куча результатов других людей, друзей, знакомых, которые получают результаты, пользуются продуктом. 13 месяцев в бизнесе, общий доход составил более 100 тысяч долларов, последний месяц около 18 тысяч. Я должен сообщить, что Олег Ларичек несколько часов назад, 24, сколько часов? Два дня назад стал жемчугом. Можно его попробовать? Добрый день, друзья. Меня зовут Иващенко Василий, город Харьков. У меня стаж мой предпринимателя 24 года. Я никогда в жизни не встречал такого продукта, при затратах на которые мы оставляем деньги в своем кармане. В компании FFI я 3 года. У меня автомобиль Outlander XL, мой лучший результат. Это на баке я проезжал вместо 500 километров 700. Это плюс 40%. За это время в компании я заработал более 25 тысяч долларов. Сейчас мой чек составляет от 500 до 900 в неделю. Город, Украина, город Хмельницкий. В этом бизнесе я 1,5 года. У меня 3 автомобиля. Kia, Toyota RAV4 и Lexus RX300. Везде есть экономия. Никаких вопросов с этим у меня нет. Заработал в октябре месяце 6,950. В этом планирую сделать больше 10. Алексей Куманенко из Белоруссии. Год назад работал в охране. Для того, чтобы начать бизнес, продал принтер за 45 долларов. И чуть больше, чем год в бизнесе, доход вырос 45 раз, как минимум 5 тысяч в месяц. Павел Влад, Украина, город Хмельницкий. Недавно закрыл статус платины. Что теперь это не было? Вова Хмельницкий. Я просто поделил одну бутылочку на 12 человек. Я сегодня платина, и мой чек за прошлый месяц был около 4000 долларов. Спасибо компании FFI, этому удивительному человеку, который нас учит. Масейка Елена, город Новосибирск. В бизнесе я 1,5 года. Последнее мое место работы – это был детский сад нянечкой. Я зарабатываю 240 долларов в месяц. Теперь я зарабатываю более 500 еженедельно. Машины у меня своей нет, в семье вообще в принципе нет, я не автомобилист. Но результатов у людей очень много, я очень довольна. Спасибо большое. Добрый день. Полковник запаса, Кипаренко Игорь. Я из Беларуси, город Минск.
Работал в такси 2 года, узнал о бизнесе в мае прошлого года, серьезно заниматься начал в декабре. Команда 40, в 40 странах мира, больше 6 тысяч человек, статус сервер, зарабатываю минимум 700 недель учащихся. Меня зовут Виктор Кожанов, я бывший шахтер, живу сейчас в Кольчугино. У меня машина Nissan Almera, это с автоматической коробкой. Экономия где-то в среднем 22-24%, статус платина, зарабатываю где-то 11-12 тысяч в месяц долларов. Да. Шахтерам от Москвы. Добрый день, Елена Фоменко, Грузия, в бизнесе 1,5 года. За это время мама троих детей, домохозяйка, работаю исключительно дома через интернет. Заработала более 30 тысяч. Безумно благодарна компании FFI и собственный результат на машине Mercedes C230 с 17 до 13 литров. Спасибо, Лена. Добрый день, Натали Продан, Израиль. Экономия на моем автомобиле 20%, у сына 28%. За полгода активной работы вышла на пятизначный чек. Сумму сегодняшнего чека не скажу, потому что слюной захлебнутся и слюнявчики не помогут. Все здорово, классный бизнес. Одна претензия, что в интернете, куда ж наряды-то красивые надевать, а? Дай нам претензию. Олег Крючковский, Одесса. Мой автомобиль Outlander XL, расход снизился, экономия 20-22%, в бизнесе 1,5 года, средний доход превышает 1000 долларов в неделю. Спасибо. Всем добрый вечер. Мое имя Артем, фамилия Черков, я из Тюмени. 17 месяцев я являюсь клиентом компании. В моей семье автомобиль Nissan Primera. 170 лошадиных сил, 2,5-литровый двигатель. Раньше машина реально жрала 15 литров на 100 километров. Сейчас она кушает 10 литров на сотню и себя чувствует совершенно великолепно. Это первое. И второй момент. Я являюсь партнером компании FFI уже 17 месяцев. Квалификация платина. Партнеров больше, чем 33 стран мира, которые при себе имеют вот такую карточку. Неважно, в какой стране мы находимся, вот на такую карточку раз в неделю начисляются деньги. Мне пока приходят, ну, по 1500 долларов. Я думаю, будет приходить гораздо больше, уже начиная со следующей. Спасибо. Спасибо, Светлана, Симферополь. У меня Nissan, я 4-й месяц в бизнесе, 4-й месяц пользуюсь продуктом. Nissan Sunny 1,8, экономия 35%. В бизнесе добилась результата 1200 долларов в неделю. И я очень благодарна этому человеку, Олегу Григорьевичу, который такой грандиозный бизнес поднял. И этот бизнес еще взорвет не только Россию, а мир. Спасибо. Зинова Тамара, город Владивосток. Сына Toyota Forester, экономии ощутили сразу, 20 и выше процентов. В бизнесе я 3 месяца, статус бронза. Добро. Приехала, прилетела. Ну как, бронза? Бронза? Давайте бронзе Здравствуйте. Лисичкин Дезива, Бахчисарай, Крым. Статус Голд. Я в бизнесе всего лишь месяц. И чек 1820. Да? Да, конечно. Да, конечно. Один месяц. И Бахчисарай. Спасибо. Следующий. Быстрее, у нас время. Бубнова Лариса, город Владивосток. Еще один Владивосток. Я думаю, Владивостоку надо похлоп. Потому что это далеко не все. Это почти что Лос-Анджелес.
Караваев прилетел из Лос-Анджелеса. И вот... Да, полтора месяца в бизнесе. Серебро. 750 долларов за два дня. Майор запасов. Ребята, здравствуйте. Меня зовут Наталья Журавлева. Я постараюсь не плакать. Почему? Потому что этот бизнес полностью поднял меня с колен. Я врач. У меня была сейчас такая ситуация, я не хотела больше работать на кого-то. Почему? Потому что у меня поменялись мозги. И не хотела больше традиционный бизнес, потому что я прошла все, что можно пройти в традиционном бизнесе. Огромная моя благодарность компании FFI, Олегу Григорьевичу Пермякову, моему спонсору. Я начала бизнес 14,5 месяцев назад, с маленьким ребенком на руках, 3,5 года. У меня нету машины. У меня до компании FFI 10 месяцев не было денег даже на еду. То есть у меня было очень тяжелое финансовое падение. Все знают, что я ела картошку, лапша китайская, вот по 5 рублей в желтых пакетах, капуста и хлеб, чай дешевый. Вот, чтобы сейчас было понятно, как поменялась моя жизнь, несколько дней назад я пошла за туфлями, и мне отложили в магазине размер побольше. И вы знаете что, ребята, я когда пошла в другой магазин, проходила мимо магазина бриллиантов, да, и то есть абсолютно, вот я туда зашла и начала мерить кольцо за 10 тысяч долларов. Ну просто размер был немножко, мало мне, не подошел. Я бы не купила. То есть, чтобы было понятно, да, то есть нечего, то вот такие доходы. Сейчас мои доходы до 1000 и выше долларов в день. Статус платина, экономия 18%, в бизнесе почти 2 года, доход около 5000. Слушайте спонсора, делайте то, что делает, то, что говорит система, и вы добьетесь успеха. Все просто. Да? Кученко Андрей, город Донецк. В прошлом я автомалер. Со вчерашнего дня в компании FFI я платин. Платин огромный. В бизнесе я больше 14 месяцев, за это все время заработал чуть-чуть меньше 20 тысяч долларов, на машине моей Volvo 18% экономии. Иван и Валя Федоров, Кам'янець-Подільський, Україна. Статус платный. В теме 10 месяцев, за прошлый месяц 5 тысяч американских долларов. У нас нет своего автомобиля, и вообще мы ничего не понимаем в автомобилях, если честно. Но это не мешает нам, сидя дома, за компьютером, зарабатывать огромные деньги и путешествовать со своей маленькой дочкой просто по всему миру. Потому что есть свобода. Вот бизнес у нас такой, с деньгами и свободой. Спасибо вам. Спасибо вам. Здравствуйте. Владимир Тарасюкин. Мы из Винницкой области Украины, маленький город Гайсин. Мы начали бизнес этот год назад, у нас не было автомобиля, мы достали всех знакомых, чтобы они получили результат. И на сегодняшний день мы зарабатываем чуть-чуть больше 1000 долларов в неделю. Надежда. И месяц назад буквально мы купили уже за деньги, заработанные в FFI, себе машину BMW. Мы считали... И 5% на нуле. Здравствуйте, ребята, меня зовут Денис Тарасюк, я родом с того же маленького города Гайсин, мне 24 года, специальности нет, даже нет высшего образования. Бизнес мой начался ровно 13 месяцев назад, 24 октября. На сегодняшний день я в статусе платина и в среднем зарабатываю в месяц от 4 до 5 тысяч долларов. Спасибо большое. Меня зовут Александр Кочетков, Краснодарский край, город Приморск-Ахтарск. Офицер запаса, военный летчик-инструктор первого класса, имеющий сейчас на гражданке своего СТО по части диагностики. Вот. Причем и за последний месяц мой доход в FFI превысил доход СТО в полтора раза. Приятно. Добрый день, меня зовут Вячеслав Коваленко, я из Гомеля, Беларусь. Нахожусь в статусе практического года. Бизнес за 4,5 месяца. Сейчас доход в неделю от 500 до 800 долларов, только за вчера заработал 450 долларов. А вчера это был народный Евгений. Нестерук Евгений, город Кам'янець-Подільський, Украина. В бизнесе 10 месяцев. За это время заработал более 23 тысяч долларов.
уволился с работы 7 числа сентября. Свободный человек. Спасибо бизнесу на ФП. Статус и Бог. Здравствуйте, партнеры. 2 дня назад я стала платиной. Благодаря системе ФП Викторе на прошлой неделе я заработала 920 долларов. Желаю всем вам работать и зарабатывать огромные деньги. Да, Chevrolet Captiva 2.4 объем двигателя. Самый лучший расход 7,3 литров на 100 километров. 4 объем двигателя. Спасибо. Меня зовут Степанский Виктор, я из города Майкопа, в бизнесе чуть больше года, статус Gold. За прошлую неделю заработал 720 долларов, на этой неделе 600, но неделя еще не закончилась. Экономия на Nissan Almera, экономия 18%. Здравствуйте, уважаемые друзья, мы семейная пара, меня зовут Евгений Коронос, рядом со мной Наталья Коронос, это моя жена и верный спутник во всем. 2-3 дня тому назад мы закрыли высокий статус платины. Когда мы начали бить? Активно мы сейчас, значит, 10 октября я еще был бронзой, 14 ноября стал платиной. Фактически 33 дня от бронзы до платины. Все разбавили. У меня Honda CR-V, на этой машине я получил результат 20% экономии, вместо 750 километров мы проехали 900 и положили в бардачок 100 гривен, которые честно заработали на экономии топлива. Окей, значит, заработок составляет за последние 3 недели более 2000 долларов. Спасибо, ребята. Гашимова Тамара, город Сыктывкар. В бизнесе 2 месяца и 20 дней, за 68 дней закрыла статус платина, заработала 3,5 тысячи долларов. Машину не выиграла. Лиссабон Наталья, город Винница. За 15 месяцев работы я заработала более 25 тысяч долларов. В моей структуре свыше 3800 человек из 34 стран. Закрыла статус платина. Свыше 25 тысяч. Наташа, молодец. Я горжусь тобой. Я не смогла не выйти. А что вы подходите? Я не вызывал. Не смогла не выйти. Не смогла. Почему? Потому что я не знаю, сколько я здесь. То ли 2 недели, то ли 10 дней. Но у меня уже 1650 долларов. Чеки, я, кстати, видела, еще деньги, правда, не пробовала, но я из Сочи, из Росуши, из Тын, отовсюду, и в Омске, везде наследила. Вот такая вот девчонка. Я уже год настоящий. Да? Я вас запомнил. Поздравляю. Добрый вечер. В бизнесе мы с супругой, сестрой Ольгой Богдановой, 9 месяцев. В первый месяц заработали, держите за стулья, кто не из Беларуси, 8 миллионов, но это чуть меньше 1000 долларов. 10 минут назад, если точнее, 8 минут назад мы с супругой закрыли статус платина. Галина, город Удобля. В бизнесе 2 месяца, результаты по продукту не буду говорить, потому что некогда было замерять, некогда было считать. А получила, значит, около 3000 долларов за 2 месяца. Последняя неделя 690. Почему не вышло? Сразу. Благодарю Олега Григорьевича, его тренинги просто вот поднимают. Спасибо всем. Спасибо. Ну вот и, собственно говоря, вся презентация. Берешь продукт.